Какие дома тут у нас? Интересная почта. Как же прекрасна Россия, матушка. В каком бы она состоянии ни была. Всегда так приятно приехать, пройтись. О, класс. Просто супер. Просто супер. Говорят, что часовня закрыта сегодня. Естественно. Естественно, я же еду. Вот. Что она открыта только по выходным. Неужели придется ехать еще раз? Я решила, что я сейчас пойду и договорюсь, что для меня сейчас там все открыли. Потому что ехать еще раз туда что-то не хочется. Да, и еще по слухам, тут бывает праздник пива и щей, зеленых щей. Щей так сразу захотелось, хоть я суп и не ем обычно.